Итак, приветствую на моем канале. Сегодня мы посмотрим такой билд, как Стена Пламени. Это, скажем, небольшой такой даже анонс билда, потому что еще только 20 уровень. И, в общем-то, уровень небольшой. Взяла себе ведьму. Мне в комментариях в предыдущем видео написали «Сделай Стену Пламени». Вот мне интересно, что будет, если сделать Стену Пламени. И по началу этого видео, я уже по началу этого гайда, по началу этого билда, всей этой затеи я столкнулся с некоторыми, скажем, особенностями этого навыка. Камень навыка у нас Стена Пламени. И что вот я хочу еще сказать. Как видим, Стена Пламени. Герой создает временную стену огня, которая наносит урон от горения всем вокруг. Думаю, многие подписчики знают механики игры, поэтому они мне сделали такое вот задание, усложнили задачу тем, что этот камень Стена Пламени, он сложно комбинируется с остальными камнями для каких-либо чар. Потому что они просто неактивны, они его не поддерживают. Вот Стена Пламени, его можно колдовским выбросом усиливать. Еще он контролируемым разрешением также усиливается. От 90% скиллов, которые поддержка, они не работают со Стеной Пламени. И несколько я нашел уже камней, приобрел их даже, но они будут после там 31-38 уровня. Что я, в общем-то, разместил? Стену Пламени. Взял золотой колпак, чтобы поднять резисты. Взял щит 7 пирадусов. Он дает здоровье, регенерацию здоровья, сопротивление молнии. Странники повышают скорость регенерации маны, повышают скорость передвижения. Ласка Лактона – это перчатки, которые увеличивают здоровье, скорость каста. Получить заряд энергии дает нам возможность. Пояс просто на здоровье. Чуть-чуть силы для того, чтобы в будущем нам использовать какие-то камни. И, в общем-то, мне нужно было поднять ловкость. Я взял чуть-чуть в кольцах. Ну, кольца резисты и все. Самое интересное, я взял меч. А он ворк с рапира с чашей. Этот меч нафиг не нужен, сразу скажу. Ну, то, что интересно, прикольно, щит-меч. Но этот меч дает 51 сопротивление всем стихиям. Итого у нас получается резисты более 100%. 75 мы набрали базовые. И в скобках у нас, скажем, овер-резист. Это прикольно. Я не знаю, зачем это. Но это, по крайней мере, будет интересно. Как говорится, а почему? А потому что. Потому что вот чисто эксперимент. И, скажем, для того, чтобы эксперимент был более таким интересным, разнообразным, я такой вариант попробовал. Скажем так, для прохождения сюжетки всего этого будет достаточно. Сейчас мы попробуем завалить дуба и посмотрим, как этот билд уже начнет себя проявлять. Ну и через там какое-то время уже будет этот билд 70+, и посмотрим, реально ли его докачать через Стену Пламени вообще. Потому что урон постепенный, с одного удара мы не...